Всем привет, ребята. Пришла вот такая посылочка. Не знаю, сейчас будем вскрывать. Вроде бы целенькая. Ну, ее принес ДХЛ. Я был очень удивлен, когда я заказал, в течение недели пришла посылка. У предыдущего. И это у нас, ребятки, должен быть блок питания. Блок питания должен быть. И я хочу его проверить, потому что он на 36 вольт, 15 ампер. И стоимость его всего лишь 30 баксов, как бы. Не знаю, насколько это дорого или нет. Ой, доставать-то. Так, это в сторону. Вот он такой, потрепанный парень. Давайте откроем. Значит, на пакете было написано 36-15. То есть здесь коробки у них 12-40, 24-20. Вот такой, наверное, надо было брать. Ну, посмотрим. Значит, блок питания уже под ударом был. Здесь у нас такие дела, что он, ну, деформирован, как бы. То есть мы подумали и решили приобщить наших подписчиков, да и новых зрителей, так сказать, рука в жопе. Поэтому мы заказали очень много всякого рода модулей и деталей с AliExpress. От 40 центов, если в долларах, до 1,5 бакса, ну и там подороже. Я сейчас изучу, как его открывать, и мы тогда продолжим. Давайте посмотрим, что он тут. А тут наклейка 36 на 15. Ну, видите, может быть, он неисправный, не знаю. Здесь вот что он из себя представляет. Здесь винт был. Давайте его разогнем. И здесь винт был. А он открывается вот так, раз и наверх. Выравниваем. Вот что он из себя представляет. Здесь, вы как поняли, крепится радиатор такой. Там полевики, в смысле, мосфеты и диоды, шотки там внутри, если видно, да? Здесь переключатель 220-110. Мне кажется, дохловатая плата для такого прибора. Давайте тогда открутим радиаторы.
Здесь наклейка. Я ее просто поковыряю. Ну, вытащим плату, все посмотрим. Что здесь она из себя представляет. Может, там какие-нибудь нехорошие штуки. Ага. Так, это мы открутили, теперь нам надо плату выкрутить. И сюда все складывать. Диодный мост такой, но 220 здоровый, и радиатора нету на нем, как бы он под радиатор рассчитан. Нету. Так, что тут еще? И все. Давайте вытащим. Вот плата у нас в руках. Этот мы сюда. А этот мы сюда. Посмотрим, что с этой стороны. Ну, качество более-менее. Ничего не могу сказать против. Так, давайте увеличим. Вот так вот. Мне просто интересно. И здесь выходы, значит, плюс-минус. Ну, что-то похожее на 15 ампер, наверное, тут есть. Значит, это шимка. Шимка не знаю какая тут. Сейчас вам буду подсвечивать. Давайте еще увеличим. Это значит у нас... Емкости 680 входные на 252 штука. Так что он, ребята, будет при включении нормальненько так. Дальше, что здесь стоит у нас? D13009. 5 ватт резистора 24 Ома. Мощный трафик, варистор, диодный мост. Где он тут? А, диодный мост. Вот такой. Это что у нас получается? Это дроссель входной, наверное. Подавитель помех. Ну да, 220 сюда идет, диодный мост. Потом здесь два трафика. Такая сборка 90-х годов. Смотрим, что за транзисторы. 20N. Да, 20N.
20N60C3, 20N60C3. И на эти самые у нас выход у нас, что это такое, 20CP, не вижу. Значит, термопасточка тут, не пожалевши, так сказать. Не пожалевши всунули. Ну вот хорошо, что я открыл, хоть термопасты намажу. Это дело. Так, а это что у нас тут? У нас транзисторы не параллельно. Значит, двухмостовой. А тут это что у нас? Непонятно. И на выходе емкости 4 штуки. 1000 микрофарад, 4000 микрофарад. Все как положено. Предохранитель. На всякий случай, сколько предохранитель-то. Предохранитель сетевой. Светодиод. Видите, я не вижу. Но я сейчас сделаю фотки и дальше тогда продолжим. We'll be right back.